Вот брат Сергей зашел к нам проведать своих питомцев верного. Вот. Беседа с Виталием Златоустовым на самом деле. И продолжение. Вот у нас это черченушечка. Сережа, спрашивай что-нибудь. Как тут у вас он верный поживает? Че, как он поживает? С Божьей помощью, как видишь. Как себя ведет? Отлично ведет себя. Не бедокурит? Ну... Что-то лает. О, что он лает? Этот батюшка, батюшкин голос услышит как? Смотри. Вот батюшка сейчас это открываю, гляди. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседы святителя о грехе и наказании. Иисус навин некогда. Вот, что случилось-то? Мы разузнавали, узнал, что такое. Я прихожу сейчас, а он был привязанный. Смотри, он что сделал. Откуда вот он? Возьми этот. Посмотри дальше-то. Ну-ну, я там можешь не отвязывать. Ну закрывай. Так, подожди. Посмотри на конце-то еще. Все, отгрыз. А? Отгрыз. Так вот он еще, видишь, болтается где. Видал? Вот она где. Замочек-то. Я его отпущу сейчас. Да главное, это не это, открыться это понятно. Но я только захожу, он обычно мне кидается там, ну, надо сейчас на улицу. А то он просится на улицу. Приоткрой его, чтобы он вышел. Там никого нет уже? Нет. Открой, выпусти, я на двор ему надо. Бегом быстрее открывайте двери. Закрывай двери тут. Сам заходи сюда. Отпусти его. Володя, посмотри, как чисто отбрил-то, гляди. Вот она где была. Вот этим концом он отжевал. С чем это связано, не знаю. Главное это, что он вот так вот голову туда засунул, а я захожу, а что это такое? Он опять голову еще дальше. Он совестливый ужасно. Я говорю, ну разве можно так, тебя оставили, накормили, а теперь как тебя держать-то? Ну, вот это надо сейчас вырезать, и здесь заново опять и зашить. Ножик нужен. А? Нож надо. Нож. Нож. Сейчас мы сделаем. Ой-ой-ой. Вот это мы наделали. Как? На деревяшке. А? На деревяшке надо. На деревяшке. Сейчас мы возьмем деревяшку. О, Паля сидит на деревяшке-то. Сойди с нее. О. Наша красавица. Вот так, все. Вот это мы отбросили. Дальше, теперь надо этот конец. Давай сюда, отвязывай. Вот это да. Сейчас я его попробую сделать. Сейчас вот посмотри, как это сегодня воскресенье, 28-го. И он, как он это, ой-ой-ой. Вот так голову спрятал, глазом смотрит на меня, отворачивает морду, даже не смотрит. Я говорю, хорошо ли ты сделал, а? Оставили караулить, и ты же мог в окно полезти. Он еще больше согнулся и ждет, когда я поглажу. Я прохожу мимо, он так смотрит и ко мне не ластится даже. Вот теперь смотри, вот это ты завязал. Твоя работа? Ну, узлы-то ты навязал. Ну да, моя, наверное. Ну да, чтобы не скользило. Так теперь, как это делать-то здесь, когда узел мешает на этом месте? Ну, надо пришивать. Отрежьте узел. Отрежьте. С узлом отрезать? Да. Ну а там маленький будет? Не, нормально. Я сейчас посмотрю еще. Отрезать это проще всего. Может, как-то зашьем? Смотри, что. Вот так вот. Вот так. Я сейчас зашивать буду. Ты сам-то ведь не зашьешь. Да что я это? Бы завязал бы на узел, да и все. Сейчас Игнатий. Я зашью. Дело в том, что надо... Он хочет на узел завязать. Нет. Почему как, на узел? Как было. Как ну, было, так и сделано. Ну, надо, пожалуйста. Я хотел капроновым нитками пришить. Да не, это... На, привязывай. Только узел отрежьте.
Ну давай отрежу. Так оно тебе короче будет намного. Ну и что? Ладно. А тут-то я смотри, если бы я как хотел, вот так вот, види, она будет ну на сантиметр только меньше. Давай я сделаю. Не, она нитки. А? Там Игорь звонит, меня ждет. Игорь. Давайте я его забираю и поехал. Забираешь, да? Ну. Алло, Игорь. Все, забираю, ага. Так. На. Вот намордник его. Так, чашку я не отдаю, иначе я без чашки никак. Конечно. Так, все, не давай. Вот один только скормил мешок. Двоих за зиму. Ох, Игнатий. А? Почему один-то? А какой? Два уже, два. Какой два? Тот так там вначале по Теряевке я кормил-то. Там ага. Половина даже не было. Ну, полтора. Ну, понял, нет? Вот это вот отрезать. Не надо. А зачем отрезать? Она тут затянется, будь здоров. Ну, не знаю я, ты как хочешь. Ну, ладно. По-моему, не надо. Она, да ничего, он до дома-то довезет его. Там так, ну ты доволен? Да, спаси Христос. Так, второй вопрос. Я тебе еще наказал. Считать Евангелие, да. Псалтырь каждый день. И теперь по Теряевку-то ты не хотел поехать? Нет. А ты физически работать можешь? Снег кидать? Да не, он пока нет. А? Он не готов пока, нет. Не готов? Нет. А то смотри, вот можно с ним было поехать. Нет, я вижу. Нет. Через полнедели, через неделю, может, он поедет. Нет, Игнатий Иванович, он не готов. Я спрашиваю. Он не готов. Я хотел вот это вот, знаешь, еще капроновая нитка у меня, смотри какая, кордовая, сказать. И вот это вот я бы сделал, зашил. Да пусть завязано будет. Давайте. А? Давайте. А то Игорь... Собаку, Игорь. Все, иди, с Богом. А что тебе надо от меня? Собаку и намордник. Намордник в руке, собака на улице. Собака на улице. Все, а я с Богом. Ты же я выпустил, ты иди с Богом. Ну все, с Богом. Как захочешь, так говори, поешь, что работать. Тебе надо работать, чтобы вся дурь тебя с потом вышла с тебя. Хорошо. Смотри, не дури. Считай громко Евангелие и Псалтырь, давай. У него получится. Он стал слушаться сейчас меня и говорит, мне, говорит, легче стало. Ну все. Я сейчас все убираю.